Так, я увидел тебя и решил сказать, что ты выглядишь очень элегантно. А где вариант, типа, маме зять не нужен? Или, у тебя голова не болит? Потому что ты похожа на ангела и, видимо, упала с неба. Где эти варианты профессиональные? Короче, ребят, я вообще ничего читать не буду, потому что у них тут диалог идет по полной очень быстро, да? И когда я читаю, непонятно, кто говорит вообще. Так что читайте сами. Да, это тяжелое видео. Придется читать самим. Но жизнь вообще не легкая штука. Так что придется, ребят. Придется. Ой, блин. Ой, блин. Твой брат. О, ма, я, это мегакатка. Меня зависит. Фу, педофильский язык на него коснулся. Видела? Пожалуйста. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Но посмотреть надо, поехали. О! Господи. А что с ногой-то? А что с ногой? Или она забагованная? Она даже ручкой машет, как мило. И музыка из Доки-Доки. Кстати говоря, текстуры лучше, чем в оригинале. Я даже не прикалываюсь. Ну что с ногой-то, теть? Это выглядит ужасно, это, наверное, больно, да? Чувствую, меня эта нога смущает, почему у нее пол ноги, ты посмотри. Прям половину отрезали, это жестоко, да? Ну и ладно, я сайорь попрыгаю, так и быть, я даже не буду против. Только не трогай меня, Моника, не шлепай меня, шлепать не надо. Ничего не находите нового. Почти ничего не изменилось, за одним исключением. У нее грудь стала чуток больше. Сейчас чуть не обосрался. Я такой, типа, выхожу, и там звук такой, дум. Но это я шагнул. Твою мать, как за... Боже! Ни на что не способен, блин. Димка, ты мне надоел. Донать. Этот раз я точно ни разу не пикну, потому что, ну, блин, там нечего бояться. И хрен пикну. И хрен пикну. Ну это... О, это те ребята. Code to open it. Окей, let's go for code, my dear friend. I gonna crush your school by my mighty hands. Bitch. Жарко мне, пипец, я весь потный. Стрим еще, считай, не начался. А я уже сдохнуть хочу, какого хрена, почему так жарко? Воздуху. Внимание ваше. Это когда, короче, на ютубе не запустился стрим, вы сейчас понимаете, что будет. Типа, ты такой, пытаешься запустить стрим на ютубе, а он не запускается, ты такой... Слышь, блин, ютуб, какого хрена? Ааа, я тебя сожру, донат! Ням-ном-ном-ном! За ухо, за ухо, за наушник! Все говно, я тут, Аюми злая! В общем, вы поняли, о, Аюми бомбит, это надо было запечатлить. Я родился. Забирай меня скорей! Уводи за 100 морей! И живу меня везде! 18 дней уже! Забирай меня скорей! Увози за 100 морей! И живу меня везде! Я ведь взрослый уже! Ну, все, вроде ок, да? Все, мы готовы! Звук на 100. Меня тоже на 100. Сейчас.
Да, мне на 100. Чё, готовы, ребят? Ребзя, я захожу в чат последний раз. Вы готовы или нет? Бунт, да какой гуд? Го! Погнали, все, я понял. Я понял, ребят, погнали. Так, ну чё, поехали. Прям с самого начала, вот прям с нулевой секунды. Погнали. Реклама. Фу, порвал, лохушка. Тут будут везде мемесы. Что вместо пиктограммы? Можешь свое предположение прямо сейчас думать. Я думаю, дерьмо. Ну, в принципе, да. Если честно, я не думал, но теперь я точно знаю, что это дерьмо. Окей, я понял. Неплохо, чё. Ну так, да нормально, конечно. То, что они молятся на дерьмо, в принципе, предсказуемо. Так, минус 30! Я ненавижу жизнь! Так. Ах ты, маленький Степашка, скотина маленькая. Иди сюда, я тебя сейчас отшлёпаю. Эти придурки так и не научились бегать. Вот над этим надо работать. Почему они так до херово бегают? Ты посмотри, а. Они настолько тупые, что они не могут найти дорогу. Они... Этот встал. Вот, он просто бегает по полю. Ёб твою мать. Может быть, это клуб спортивных дефектных детей? Ладно, это уже... Это вообще нельзя смеяться над инвалидами. Короче, это вроде как все в обнове. Ну нет, не совсем все. Раз уж показывать обнову, то показывать ее полностью, правильно? Пора заканчивать быстрее. Твою мать, что за оргию они устроили? Итак, вот, собственно говоря, магия Яндеры, или как-то так, и вот сразу ожидание реальность называется. Ну, что я могу сказать? Это то самое, о чем мы заслужили. Я не знаю, что от этого игры ждать. И все, что я знаю, они это вот это вот. Этой картинки мне хватило, чтобы понять, что это то, чего я хочу. Так, ну, короче, огромные книжки для гиганта. Он еще какой-то мужик. По-моему, это директор, кстати. Настоящий директор. Вот. А может и нет. Может, я заспойлерил. Зря я заспойлерил. А, он здесь на входе будет стоять? Ну, ты больше на Гарри Поттера похож. Обиженный жизнью Гарри Поттер. Которым по губам палкой надавали, у него аж они опухли. Так, ладно. Впечатлить маму, следующий уровень. Ну, давай. Впечатли ее маму, это как? Но у меня длинные руки, судя по всему. Где мама-то? Ух ты, ой. Мне аж страшно. Оу, знаешь, она насмотрелась походу... тихо, там у тебя злые вороны какие-то в голове. Короче, это а-ля марсизм. Я вижу там ловушка. Я сразу объезжаю. Ну. А как мне впечатлить? Блин, она яйцами из жопы стреляет. Так, это контент 18... Тихо. Ух ты, как я сейчас ловко это сделал. Тихо, с яйцами. Ёпты. Хардкор пошел. Ой, из жопы звезда полетел. Ага, мы объехали мамку. И обняли ее через мать. Ну... А как мы ее впечатлили, я не понял. По-моему, по ее лицу не очень она довольна. Ладно! Потихоньку. Ёб ты видел это? Блять. Все, мы встряли. Нахер иди! Уродище, ёб ту! Лезь! Собака! О, что это такое, блин, было, слышь? Моника вселилась, короче, в эту херню. Тихо, падаль! Берись, падаль! А-а-а, чё? А-а-а! Я ничего не понимаю, нихера не вижу. Это что такое, блин? Я проиграл, да? Мега стрим субботний, праздничный. Это день победы, порохом пропах. Это день победы со слезами на глазах. День победы. День победы. День победы. День победы. Все, что могу, делаю. Окей.